комментатор Макс Миллер. Судьи обозначились. Никита Лукьянов, первый жесткий флип. Миллиард корпусов. Это уже ноль, скорее всего. И вот сейчас полный несинхрон. Никита Лукьянов проходит внутри. Полный газ сейчас. Ровно, ровно у Вовы. Ровно у Вовы. И это максимальное преимущество на стороне Никиты Лукьянова. Чем он по-любому и там радуется где-то у себя в машине. Итак, Вова первый. Никита делает раньше флип. Страхуется. Очень сейвово едет за Вовой, но делает синхронную перекладку, держится на ручнике, не отпуская. Видно, профи... ровно, аккуратно. Спасибо. Итак, ждем вердикта. Вердикт. Никита Лукьянов. Дальше Володька у нас падает в нижний. Итак. На старте Никита Лукьянов, он же Малой, и Зак Сергей. Зак Сергей. Никита выше в квалификации, поэтому он первый. Ох, какой! Флипанулся! Хорош, Малой! Зак близко приближается! Перекладка прямо сюда, куда надо! Держится! Заку повезло, что Никита на левой ноге. Ну, знаете, тут жарко не только из-за солнца. Готовы. Судьи прям сразу резко стали осуждать. Ай! Как бросил машину Сергей Сак. Малой рядом, что-то не так у Сака. Ломаная траектория, выход наружу. Малой все равно рядом. Ай, какой-то рваный, рваный. Русский, белорусский полуфинал на Гуласак. Да. А, внизу. Чепа, слон. На голосах. Да, ракета вообще. А, и у нас есть 4 заезда. Нижней сетки, и мы ее уже смотрим. Товарищи, нижняя сетка, Никита Лукьянов. Хорошая постановка, Сатуров достаточно далеко. Вываливается наружу, запаздывает с перекладкой. Куда ты, Эрнест? Исла. Исла с ирландским мхом. Так, точно. Друзья, это опять же. Итак, поехали. Малой Геращенко, Малой, с хорошего флипа! С хорошего! И есть перекладка. Геращенко здесь! Геращенко сделал чуть-чуть позже перекладку, его выкинуло с траектории. И чем он, так сказать, просрал вторую дубль? Ну, пока с Лизой все в порядке. Я тебя умоляю, кайфую от этого. Я вот жду, кто у меня еще шлемом бросит. Поехали! Виталий Геращенко первый. Малой ставится раньше. Прямо сюда идет, к нему. Ждет, пока Виталий выйдет с той же траектории. Закрыл перекладку, но он сохраняет движение. Не хочет отказываться, он просто, я еду, все. Объясню для болельщиков и те, кто не до конца понимает. Значит, Сергей Сак с небольшой неисправностью, но едет. Да, итак, Сергей Сак позади, Малой, хорошо, очень, Сак рядышком готовится, да, попал, но... Что же делать теперь?
Никита Лукьянов, малые! Давайте аплодисменты за сегодняшнее выступление в UDC 2017.